Металлургия – это достаточно традиционная сфера. Для металлургии характерны инвестиции на долгие годы, поэтому в основном производство, технологии меняются не так быстро, но тем не менее там тоже есть свои тренды в экспертных системах, например. Это все достаточно быстро развивается. Своего рода в металлургии уже давно есть некий интернет вещей. Он начался там с 70-х годов прошлого века, да, а сейчас он набирает просто обороты. Потому что это огромное количество датчиков, контроллеров, это десятки тысяч, это все уже есть. Задачи, которые направлены именно на снижение трудозатрат, они в текущей ситуации очень актуальны. Развивается тема использования мобильных устройств на производстве, когда какая-то фиксация событий, она происходит сотрудниками на месте. Это также один из путей повышения эффективности. То, что касается облачных технологий, да, те сервисы, которые эффективны, мы, безусловно, используем. Идет проект с системой SuccessFactors, это система SAP для мотивации сотрудников, это облачный сервис SAP, и, в общем-то, мы довольны проектом, который уже развернут в первой фазе. Мы используем ряд инфраструктурных технологий облачных. Например, антиспам решения мы покупаем в облачном виде у Microsoft. И таких примеров достаточно много. И как коммерческая компания, которая, в общем-то, торгуется на лондонской бирже, да, мы следуем, в общем-то, интернациональным трендам. И если это эффективно экономически, то нам это интересно.